Есть люди, которые правильно, на мой взгляд, инвестируют деньги в красоту, в любовь, в семью. И вот мы здесь читаем: «Аллея молодоженов заложена 30 мая 2009 года семьей Трошиных Наталья Коптюх и Филиппом». Как это здорово! Взять, вот так вот сделать. И это аллея. Я не знаю, что сделано на аллее, но здесь парк, здесь такие качели, здесь прекрасный фонтан, скульптура, озеро с уточками и черепахами. Это очень хорошее вложение, которая вызывает радость, улыбку и мысли о счастье. Давайте так вкладываться. Вот это и есть хорошее дело.